Кремль там поставили? Город не замешался, где самая... Вот это прямо, это храм Михаила Архангела. Да, действующий. И ликование сердца нас сегодня всех объемлет в той совместной молитве с вами. Нам многие годы как бы мечталось совершить богослужение с вами вместе и в этом почувствовать полноту Церкви. Особо хочется вас поприветствовать под сводами Софийско-Успенского собора, который уже более 330 лет наполнялся молитвой. Конечно, был период, когда он прекращал свою деятельность, но не по воле верующих, а по злобе неверующих. Этот собор освящен молитвой святителя Иоанна митрополита Тобольского, священномученика Гермогена, святителя Филофея и многих и многих сибирских святых. Здесь получали благословение на дальнейший путь экспедиции, которые приходили. Это поистине исторически значимый собор, где через молитву укреплялись те, кто осваивал Сибирский край. И хотелось бы вас приветствовать и поблагодарить, земно поклониться вам за ту милость, которую вы доставили нам, посещая град Тобольск, освящая храм в новом микрорайоне. И на молитвенную память мы хотели бы передать этот образ Казанской Божьей Матери, Казанская Божья Матерь Тобольская. Есть такая, вот она здесь чудотворная, написана нашими иконописцами. И просим ваших молитв перед этим образом. И вспоминайте, мы с любовью будем помнить этот день вашего посещения града Тобольска. Благодарю вас, Владыка, за эти добрые слова. Хотел бы приветствовать всех, кто сейчас здесь присутствует, и светских властей, и представителей духовенства, и молодежь церковную. Особое всегда чувство испытываешь, когда входишь в исторические кафедральные соборы. По милости Божией, все-таки и в самое безбожное время у людей, которые сознавали важность, историческую, культурную важность таких сооружений, как кафедральные соборы, рука гонителей не переступила самой страшной черты, которую в некоторых местах переступала. И взрывались, как известно, кафедральные соборы, монастыри и прочие носители тысячелетней нашей православной духовной традиции. Вот здесь это все сохранилось. И в прекрасном содержится состояние. Я особое сейчас испытываю чувство, потому что посещение главного храма епархии, главного храма области, всегда для меня имеет очень большое духовное значение, и я бы сказал, очень помогает понять культурную, историческую особенность того места, в котором ты находишься. Вот такие соборы не могли строиться в провинции. Вот это величие, сравнимое с кремлевскими соборами, оно свидетельствовало в первую очередь о силе веры народа, который здесь был. Ведь все это стоило огромных денег по тому времени. И люди не жалели этих денег. А вот теперь давайте сравним, какие у них были альтернативы у тех людей. Они ведь жили в том месте, где разрабатывались разные там прииски, еще что-то. Можно было вкладывать во все это дело деньги, получать прибыль. А деньги вкладывались вот в эти сооружения. Что осталось от того, во что они вкладывали деньги или не в полной мере вкладывали? Мало что осталось. А вот это на века. И мы должны быть достойны своих благочестивых предшественников. Мы должны строить Божьи храмы, мы должны их оберегать. Но самое главное, мы должны оберегать тот внутренний духовный стержень, который объединяет и сохраняет наш народ, как народ суверенный.
не подчиняющийся никакой внешней власти. Это веру православную. И вот здесь, на этом месте, я обрел понимание того, что хранится вера православная в людях, передается в молодежи, работают соответствующие учебные заведения. И все это очень нужно сегодня всячески поддерживать и укреплять. Потому что враг не дремлет. Как внешний враг, так и вообще дьявол – враг рода человеческого. И от силы нашей веры, от силы нашего национального самосознания, от нашей любви к истории, к нашим замечательным памятникам, к нашим святыням, к нашим героическим государственным деятелям прошлого, вот и созидается наша с вами реальная любовь к Отечеству и готовность служить Ему и защищать Его. Пусть Господь хранит сей град. Всех вас, мои дорогие, особенно к молодежи обращаюсь. Хранит от всякого навета вражия, видимого и невидимого. Причем внешние наветы, они очень видимы, они вызывают у человека чувство сопротивления, желание бороться, как это мы сейчас видим, в том числе и на Украине. Но есть же и невидимые наветы. Они еще более опасны, которые размывают национальное самосознание, которые косвенно, а не прямо, косвенно подрывают основы нашей веры. И эти наветы включены в современную культуру, к сожалению. Они иногда умножаются средствами массовой информации. Поэтому все мы должны быть духовно бдительны. А для того, чтобы эту бдительность сохранять, нужно сохранять веру в Церкви. Веру в Господа и Спасителя. Человек, который посещает храм, который приходит вот в такой Дом Божий, который был создан нашими удивительными предками, он не может быть врагом России. И даже больше того, он не может быть нейтральным по отношению к такой важной теме, как защита государства российского. Вот пускай у нас возрастает наша духовность, укрепляется вера православная в нашем народе, а вместе с тем и возрастает любовь к Отечеству и готовность и способность защищать наш народ и наши священные рубежи. Да хранит вас Господь всех в мире, в любви, единомыслии, и да помогает каждому избрать тот жизненный путь, сейчас обращаюсь особенно к молодежи, идя по которому вы не расточите ваши духовные силы, не измените вашей веры, но наоборот будете возрастать и в вере, и в благочестии. Храни вас всех Господь. Ну вот, а память о пребывании в этом святом граде я бы хотел подарить вот эту икону святаго благоверного князя Александра Невского, защитника земли русской. Вот я сам из Петербурга, а недалеко от Петербурга святой Александр Невский и дал смертельный бой очень сильно вооруженному противнику и на льду Чудского озера сокрушил врага и не допустил его на территорию России. А сила врага во много превосходила тогда новгородское ополчение, воинство, которое возглавил святой Александр Невский. Перед битвой он помолился в Софийском соборе Новгорода, сознавал, какой грозный враг перед ним, во много превосходящий его. И, выходя на паперть собора, произнес исторические слова: «Не в силе Бог, а в правде». И, опираясь на эту Божью правду, разгромил врагов, чего никак не ожидал могущественный Запад, который своих самых, то, что называется, подготовленных псов бросил на Святую Русь. И Александр Невский их сокрушил. Вот дай Бог нам всем сохранять веру, любовь к своему Отечеству и способность его защищать. Храни вас всех Господь. А в память о пребывании под этими сводами я хотел бы каждому из вас, мои дорогие, передать вот этот образ Спасителя с патриаршим благословением. Храни вас всех Господь.